Мотопробег провели в рамках заседания Комитета старших должностных лиц Организации Черноморского экономического сотрудничества при поддержке Мотоциклетной Федерации России. Кроме профессиональных известных мотогонщиков и замминистра иностранных дел Виталия Небензи, на мотоцикл сел и генеральный секретарь ОЧС Майкл Христидис. Перед стартом их проинструктировали и рассказали о возможностях мототехники. Как говорят организаторы, мотопробег нацелен на поддержание крепких экономических и культурных связей 12 стран Причерноморья. Это такой некий конгломерат, который объединяет всех мотоциклистов или людей, которые хотят использовать мотоциклы в качестве транспортного средства на дорогах общественного пользования и на развитие именно мотокультуры в России. Будем стремиться к европейскому уровню. До начала мотопробега состоялись показательные выступления юных спортсменов Краевой мотоциклетной федерации. Пробег стартовал в Олимпийском парке, а финишировал в Красной Поляне. Ну а в пятницу в Сочи состоится заседание Совета министров иностранных дел стран-участниц Организации Черноморского экономического сотрудничества под председательством главы российского МИДа Сергея Лаврова.